Здравствуйте, меня зовут Исусев Александр. Меня Копытова Марина. Мы представляем вам наш проект RX, российский роботик-экзоскелет. Он помогает инвалидам передвигаться. Это аналог инвалидной коляски. Мы живем в горной местности, и у нас много ступеней. К сожалению, они не все приспособлены для инвалидов. Сейчас мы продемонстрируем. Это, к сожалению, это прототип, ему не хватает мощности моторов, чтобы он стоял сам. Поэтому мы хотим, чтобы русские ученые взялись за эту модель и создали, более опытный уже образец. I know that they are not very well working into this market, but I've seen that there are lots of competitors, and I've already seen a working prototype somewhere in the US. So how do you relate to that? Why would someone buy your product and not a product that's already working out there? Потому что у нас он будет, так сказать, сделан из более легких деталей и дешевых. Есть сейчас аналоги, но они очень-очень дорогие и производятся просто и поштучно. Мы хотим производство массовое. Why do you think that other companies that build it can't do the same thing? Мы хотим использовать более легкие, так сказать, сплавы, дешевые. Пока это, так скажем, мечта. Как говорил Стив Джобс, надо прорывать мечту. Okay.